Начали отмечать заранее. В выходные на площадке торгового центра «Оранжевый» провели семейный праздник. Его организовали сотрудники Московского комсомольца в Саратове. Приурочили мероприятие ко Всемирному дню цирка. Его будут отмечать в эту субботу. Для посетителей торгового комплекса выступали артисты. Кроме того, организаторы приготовили увлекательные викторины, конкурсы и розыгрыши. Лучшие фотоснимки с мероприятия в качестве приятного бонуса будут напечатаны на страницах издания. Даже получили вот такой сертификат, очень довольны. Со старшим братом пойдет в тир на две игры, бесплатный сертификат. Нет, я одна хочу пойти. Одна хочешь? Одна хочет. Вообще праздник очень веселый. Цирк – это красочно, цирк – это празднично, цирк – это очень ярко. И мы сегодня все это предлагаем нашим гостям.